В Туркменистане отметили один из главных национальных праздников и день Ахалтекинца. Ахалтеки – оазис в предгорьях Капидага, где тысячи лет назад вывели уникальную породу лошадей. Основные празднества развернулись в воскресенье на ее малой родине. Подробности в репортаже нашего субкора в Ашхабаде. День Ахалтекинского скакуна – это не просто очередной праздник в календаре. Это праздник, на который страна готовится с особым трепетом и великим волнением. Ведь эти красавцы, ахалтекинцы, представляют собой не только историческое достояние, но и гордость туркменского народа. В преддверии дня ахалтекинцев в Туркменистане провели традиционный 60-километровый конный марафон. 20 скакунов участвовали в непростом испытании. Каждый из двух 30-километровых этапов проходил по пересеченной местности. Перед скачками мы проверяем пульс и дыхание коней. Их сердцебиение должно быть не меньше 64 ударов в минуту. Только тогда мы можем допустить их к марафону. После первого этапа мы даем 20 минут, чтобы конь отдышался, и снова измеряем пульс. Если все данные в норме, то наездники могут готовить своих скакунов ко второму этапу. Главное событие дня ахалтекинца – спринтерские скачки на дистанции от 1200 до 1800 метров. Самая напряженная борьба за приз президента Туркменистана. В этом году его обладатель пришел к финишу всего за 2 минуты. Я очень рад, что победил на этих скачках. Мой соперник до последнего шел ноздря в ноздрю со мной, но мой конь по кличке Безерген не подвел, и мы выиграли в этом забеге. В соревнованиях участвуют только чистокровные ахалтекинцы. Жеребцов тренируют по особой схеме, известной уже много веков назад. Тогда качество скакунов проверяли в боях, а сегодня такая тренировка позволяет добиться хороших спортивных результатов. Сегодня при воспитании лошадей мы учитываем опыт наших предков. Поэтому победа туркменских скакунов на скачках не случайны. Можем вспомнить, как в 1945 году в честь Великой Победы наши кони прошли 500 километров из Москвы в направлении Ашхабада. Ахалтекинская порода – это гордость Туркменистана. Чистокровных скакунов разводят уже более 5000 лет. Она считается древнейшей из культурных пород. Высота в холке представителей этой породы в среднем 160 сантиметров. Они развивают скорость до 80 километров в час. Строптивый и темпераментный, изящный и благородный. Еще Геродот писал о боевом коне небесной красоты. Для туркмен ахалтекинец как член семьи. Даже спустя века путник по традиции сначала приветствует главу семьи, а потом его верного коня. Тахир Хаджаев, Давран Кайпкулиев, CGTN, Туркменистан, Ашхабад.